Не знаю, есть ли у нас контракты, но у нас, в принципе, нет бюджета в техникуме. Вообще, на первом курсе мы не делали ничего про дизайн. Как ты все успеваешь? Если честно, никак. У меня куча висит дел по... Вам нужно понять, что вам все равно придется научиться рисовать. Вам будет сложно вертеться в этой сфере, когда вы вообще ничего не умеете. Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня долгожданное видео про поступление на дизайнера. Я знаю, что многие меня просили снять данное видео, но я как-то откладывала, мне казалось, что это будет многим неинтересно, но в инстаграме в моем... Можете вы здесь подписаться, вы задали мне очень много вопросов на эту тему, поэтому сейчас я буду смотреть ваши вопросы и, соответственно, на них отвечать. И также я вам еще потом покажу свои работы, которые мы делаем сейчас на дизайне. Вот. Я создавала такое окошечко с вопросами, которые вы могли мне задавать в любой момент. Вот это сторис, тут вы мне задавали вопросы, и поэтому давайте... отвечать на них. Начнем, наверное, с базовых вопросов. Это первый вопрос, где я вообще учусь. Я учусь, если что, в НКТ имени... НКТ Цыгина, я не помню, как на самом деле правильно, ну, полностью читается, по-моему, Алексей Николаевич или Александр Николаевич, что-то такое. Вот. Это в Новосибирске. Учусь я на специальности дизайн, а учусь я на втором курсе уже. Это, если что, техникум. Вот, ну, техникум, колледж, в общем, можете как угодно называть это. И первый вопрос из ваших вопросов, это вопрос про то, на бюджете я или на контракте. Я не знаю, есть ли у нас контракты, но у нас, в принципе, нет бюджета в техникуме. Есть только на определенные специальности, то есть их вообще немного, таких специальностей. И именно на мою специальность вообще нет бюджета. То есть неважно, какой у тебя там аттестат, тройки у тебя там или пятерки, там у тебя красный аттестат и всякое такое, неважно. Ты все равно будешь не на бюджете, как бы тут уж вот так вот. Что тебя сподвигло поступать именно на дизайнера? Ну, я всегда интересовалась темой дизайна вообще. Я сначала думала идти на архитектора, сначала думала идти в университет, но вот как-то так сложилось, что я решила пойти в техникум, потому что, когда училась в одной художке, когда я за городом раньше жила, там девочка одна с моей школы, с моей художки поступила на дизайнера именно вот в этот колледж, и я такая подумала, блин, она рассказывала, что там очень классно, ей очень нравится, и я подумала, блин, почему бы и нет? Вот. Именно дизайнера, потому что к тому же мне интересен именно в большей степени дизайн интерьера, веб-дизайн и графический дизайн, вот. И на дизайн интерьера я всегда в Sims какие-то дома проектировала, в общем, таким вот всем занималась, мне это очень нравится. Поэтому я думаю, это ясен ответ. Почему? Потому что это идет уже, наверное, с класса пятого я хочу именно реализоваться в этой сфере, да. И, в принципе, меня всегда тянуло на какие-то творческие профессии. Я никогда не хотела стать там каким-нибудь ветеринаром или что-то в этом роде. Мне всегда хотелось стать вот именно каким-то творческим, каким-то человеком. Как родители отнеслись к твоему выбору? Они тебя поддержали? Да. Моя мама меня всегда вообще поддерживает во всех моих начинаниях, поэтому она и к Ютубу также отнеслась, что как бы поддержала меня с этим, так сказать, да. И также она отнеслась к дизайну, то есть она не была против. Она сначала... Я, в общем, сначала думала пойти... в художественное училище, но там очень высокие требования, там нужен был красный аттестат, и все в таком духе, но там есть бюджет. Но смысл там в том, что, например, я бы сейчас не смогла пропускать пары, как я это сейчас делаю, то есть там бы я с бюджета вообще очень легко бы слетела. Вот. Ее, конечно, смущало то, что за обучение нужно будет платить, и как бы у меня хороший аттестат, по-моему, 4,73 или 4,75, у меня, кстати, не было аттестата. У меня нет ни одной тройки в аттестате, у меня, по-моему, 4 или 3 четверки, что-то такое, не пятерки. Вот. И она не была против вообще, ей нравилось, к тому же, не знаю, она спросила у меня, точно ли я туда хочу, она сказала, я говорю, что да. И тут вот вопрос, где учишься, на бюджете или нет, про это я отвечала уже. Если нет, то сколько стоит обучение, сколько учиться? Учиться мне, по-моему, 3 года, либо 8 месяцев, либо 10 месяцев. По-моему, 3 года 10 месяцев. Ну, в общем, грубо говоря, 4 года. Вот, я уже на втором курсе, то есть я уже половину прошла, так сказать. Назад пути нет. Вот, и сколько обучение стоит, если я не ошибаюсь, 156 тысяч в год, что-то такое, это именно на моей специальности, на других специальностях может быть дороже, может быть дешевле и так далее. Это техникум не именно про дизайн, тут там есть у нас и таможня, и юрист, там и бухгалтер, и туризм, и вообще все подряд, короче, и торговля у нас также есть. То есть дизайн это просто одна из ветвей, скажем так, нашего техникума. И мне это, в принципе, нравится, потому что не такие завышенные требования, наверное, у преподавателей к тебе, потому что я считаю, что если бы я училась в художественном училище, то там бы я просто, я бы не выжила, мне кажется, потому что я слышала по отзывам, то, что там очень тяжело учиться. Это Новосибирское художественное училище, если что, можете погуглить. А насколько это круто, что вы делаете, какие работы?
Вообще, на первом курсе мы не делали ничего про дизайн, так как это еще проходит, получается, 10-11 класс программа идет. Там была математика, там химия, ну вот все в таком духе, короче. Я, конечно, вообще ненавижу ни химию, там, ни биологию какую-нибудь, я просто терпеть не могу, но с учетом того, что мы потом половину учились на дистанционке, мне это спасло, и я радовалась как никогда просто. Вот. А вот на втором курсе уже началось что-то интересное. Я вам сейчас покажу несколько своих работ, что мы вообще делаем. У меня был, у меня еще макет есть, в общем, по МДК. У нас вообще какие предметы сейчас есть? У нас есть живопись, рисунок, МДК проектирование, МДК композиции, МДК еще одна композиция, но там немного другие задания. Потом у нас есть информационное обеспечение, там мы работаем в иллюстраторе, в фотошопе, там потом будем веб-дизайн также делать. На третьем курсе у нас, по-моему, появится уже Adobe 3ds Max, то есть это дизайн интерьера там и так далее, ландшафтный дизайн, все в таком духе. И на четвертом курсе, по-моему, у нас большинство практика будет, я не помню, если честно. Так вот, работа. Это, вот это я делала на дизайн проектирования. Вот такие вот рельефы. Я думаю, с таким светом, который у меня здесь сейчас, будет, конечно, плоховато видно. Вот, вот так. Вот. Такие вот работы. Вот такой вот рельеф я делала. Также я делаю еще такой вот рельеф. Это, если что, все объясняют, как делать, но объективно мне это, как сказать, легче делать, так как я уже с этим знакома, и мне, в принципе, все нравится. Вот, это буквы объемные. Это мы делали тоже по проектированию. Вот. У меня их было вообще три, но у меня одну забрали. Забрали, что как пример показывать. Вот такая вообще буква. Она погнулась, правда, тут у меня листик немножко погнулся, но ничего страшного. Это вот у меня работы по стилизации. Это уже композиция. Такая вот стилизация у меня есть. Вот. Это композиция масштаб у меня вот такая вот. Если это, то есть надо масштабировать было картинку. Это вот мы, кстати, по живописи делаем. Там всякие цвета, в общем-то. Вот такие вот всякие круги. Такое вот. Это вот мы по живописи делаем. А, вот, одни из моих любимых работ, вот такие вот, это мы делали объемные буквы, вот, это тоже МДК проектирование, такие вот объемные буквы, видите, у меня тут перья очень всякие, вот такие вот еще, то есть одна стилистика и три буквы, три вида буквы, открытая, закрытая и полуоткрытая, вот, вообще это очень прикольно, мне очень нравится, потому что это очень интересно делать, но на самом деле немного муторно. А, ну и также вот одни из моих любимчиков, тоже стилизация. Я вообще обожаю делать стилизацию. Это ритм. Нам нужно было показать... В общем, есть несколько видов ритма, и нам нужно было показать определенные. То есть вот тут, например, это, по-моему, лучевой ритм. Видите, тут лучи такие. А вот тут, блин, я не помню, как они называются. Вот этот, по-моему... точечный какой-то тут, в общем, такая вот штучка. А, ну вот это моя последняя контрольная работа, это чердак бардак, вот такая вот штуковинка. Вот, это контрольная работа у нас была вот сейчас. Также вот такие вот вещи мы делаем, это тоже одна из моих самых любимых работ, потому что она мне очень нравится, мне тут шрифт очень нравится, который я сделала. Вот, это нам нужно было, ну, основные виды тонально-графических форм, также членение, то есть показать симметрию и асимметрию. Вот. И вот такая вот еще доминанта. Это мы тут показывали, ну, в общем, доминирующие части. Алло. Просто видео, ну, я, ну, давай только быстрее я видео записываю. В общем, да-да, как вы могли понять, мы делаем очень много классных, красивых работ. Какие экзамены нужно сдать при поступлении, расскажи поподробнее. Я, смотрите, которые экзамены в школе вы сдаете, то есть я сдавала русский, математику, географию, информатику. Сдаете вы экзамены любые по выбору, нет вообще каких-то определенных экзаменов, по-моему, ни на одной профессии у нас в техникуме нет экзаменов, которые нужно сдавать, ну, прям обязательно-обязательно. Может быть, только на юристов, может быть, общество было бы полезно сдать, и все. Вот. А так, вы сдаете те экзамены, ну, точнее, те предметы, в которых вы более понимаете, да, например, вы хотите пойти на дизайнера, но вам при этом нравится биология. Вы можете сдать биологию, если вы уверены 100%, что вы хорошо напишете. Ну, то есть, как бы, вот так вот. А, вот, если мы говорим о вступительном экзамене, там, по-моему, тоже был такой вопрос. Вопрос, в общем, про вступительный экзамен. Вступительный экзамен у нас был один, это был рисунок. Если найду фотографию, оставлю, что я рисовала. Там я рисовала шар и куб, вот, и немного драпировки. Это было вообще несложно. Я также ходила на подготовительные. Тоже был такой вопрос. Я где-то на чем остановилась. В общем, вступительный экзамен, да. И я ходила на подготовительные, как я уже и говорила.
Там они длились где-то 5 дней или 4 дня, я заплатила где-то 5 с чем-то тысяч или нет, я не помню, в общем. Это, в принципе, для меня было хорошо, так как я тот год я рисовала, один год, я в художку, по-моему, ходила, да. И потом, ну, мне было как-то, из-за того, что я сдавала в июне, а художка у меня закончилась в мае, то мне это помогло, так сказать, обновить свои навыки, да. Поэтому я не жалею, что я не ходила. У меня была классная преподавательница там по рисунку, поэтому мне все нравилось. Вот. К тому же, когда вы ходите именно к преподавателю, как бы, который будет оценивать ваши работы в итоге, вы понимаете, как это сказать, его систему оценки, на какие детали он обращает внимание, да? То есть вы как бы подстраиваетесь под него, и это помогает вам, соответственно, написать на хорошую оценку эту вступительную работу. У меня, по-моему, 5, если не ошибаюсь, была. Вот. Там 3 потока таких, получается, в июне, в июле и в августе. Вот, я сдавала в июне, чтобы, так сказать, сразу сдать, и потом все лето, в общем, кайфовать, не думать ни о чем, вообще не заморачиваться. Вот. Но вы можете не ходить на вступительные, на подготовительные курсы, так сказать, на подготовительный курс, если вы в себе уверены, если вы точно знаете, что да, вот я молодец, я точно напишу, у меня все будет отлично, вообще супер гуд. Поэтому да, тут уже выбор как бы стоит за вами. Как ты все успеваешь? Если честно, никак. У меня куча висит дел по по колледжу, который нужно сделать. Например, по композиции. Но это как бы у нас срок сдачи 23 декабря. В общем, у меня в принципе нет долгов. Так как я сдаю либо вовремя, либо я прихожу за раз, все сдаю все работы, так как я в основном не хожу вообще не хожу на учебу. Потому что мне далеко ехать, и там вот это все такое. Я, получается, много времени там провожу, а на парах я чаще... Вот творческая пара какая-нибудь, да? Например, это композиция, там нужно нарисовать там рисуночки какие-то маленькие. Я не могу себе заставить просто нарисовать, потому что мне более комфортно заниматься дома. А как я делала в своем видео фигурки из какого-то пластика, что ли? Я не понимаю немного, про какие фигурки идет речь. Наверное, про рельефы. Если про рельефы, то это просто обычная бумага. Вот. А на каком ты сейчас курсе, кем конкретно собираешься работать в дальнейшем? Как я говорила, я на втором курсе. Кем я собираюсь работать в дальнейшем, я реально не знаю, потому что эта сфера дизайна, в принципе, чему нас будут учить и чему я сейчас, что я вообще умею, это настолько многогранно. Я могу работать и дизайнером интерьера, могу работать и веб-дизайнером, и графически, там, и иллюстратором, вообще кем угодно могу работать. Я не знаю, но, скорее всего, планирую работать дизайнером интерьера, потому что мне это как-то ближе. Я обожаю просто интерьер дизайнить просто. Вся комната, которая у меня, вот это все мебель есть и всякое такое, я это все придумала сама, поэтому как бы, я думаю, тут ответ ясен. Какие двери открываются, если поступаешь на дизайнера, какая может быть работа? Ну вот, как я и говорила, смотря на какой дизайн вы поступаете. Есть, например, в Ингуаде, это Новосибирский государственный архитектурный университет дизайна и искусств. Там есть по специальностям, то есть там есть дизайн интерьера, он отдельно, дизайн среды точнее, потом ландшафтный дизайн, он тоже отдельно, графический он тоже отдельно, в общем, все по специальностям. И, соответственно, если вы выходите оттуда, то вы работаете только по этой специальности, так как вас другому, в принципе-то, не учили. Но если вы из колледжа, то мир открывается разных возможностей. Вот, но опять же таки, это зависит лишь от вашего упорства. Найдете, какую вы компанию, с кем вы там будете работать и так далее. Творческая ли это сфера? Конечно, тут просто каждая работа творческая, это очень круто. Как ты выбирала колледж? Ну, как я и говорила, я поступила, так сказать, по рекомендации, потому что колледжев у нас дизайна только 2. Это колледж искусств и, получается, вот этот техникум. Но в колледже искусств, как я говорю, там очень сложно, в плане очень много задают всяких домашек и так далее, в общем, поэтому нет. Надо ли при поступлении уметь рисовать? Вообще, на самом деле, вроде бы я могла бы сказать, что нет, не надо, потому что у нас там такие не очень работы поступали. Ну, я имею в виду, в общем, люди, которые поступали на наш курс, и потом они говорили, типа, мы пришли, вообще ничего не умели рисовать, у нас там такие не очень работы были на экзамене, они все равно поступили, так как у них, в принципе, хороший аттестат. Но смотрите, в чем дело. Вам нужно понять, что вам все равно придется научиться рисовать. Ну, для меня уметь рисовать — это, конечно, такое многогранное понятие. Вы можете не уметь рисовать какие-то бытовые предметы, но вы хорошо рисуете персонажей.
Но поймите просто, что если вы сюда идете, у вас будет живопись, у вас будет рисунок, и вам будет сложно вертеться в этой сфере, когда вы вообще ничего не умеете, когда вы не умеете построение делать, там, не знаю, цвета не умеете подбирать, это реально очень сложно. Поэтому 100 раз подумайте перед тем, как идти, нужно ли вам действительно это, умеете ли вы это делать, потому что у меня как бы за спиной 10 лет художки. Я знаю, потому что о чем я говорю, и я уверена, что если бы я не училась в художке, я бы явно не пошла куда-то вот на такое поступать, потому что, ну, художка мне реально действительно много дала, из-за этого я там какую-то стилизацию делаю, я вижу, как более правильно сочетать тот или иной дизайн, да. Мне даже преподавательница, кстати, это говорила. Поэтому я вам советую из-за этого подумать перед тем, как вы будете идти. И мой ответ на то, что важно ли уметь рисовать, думаю, да. Я сначала вот на первом курсе думала, что да, нет, не важно. Ну, в плане для других. Как бы я это и так умею. Но вот сейчас второй курс начался, и я поняла то, что многие, ну, реально не вывозят. Они, во-первых, медленно делают работы, во-вторых, они получают соответственные оценки, потому что они не умеют, как их преподаватели должны оценивать, и оценивают они их всех наравне, так сказать. Что нужно нарисовать для поступления? Как я и говорила, там нужно будет нарисовать просто, так сказать, композицию из геометрических фигур, их будет где-то две. Там были у нас разные кабинеты, в одном кабинете были более сложные какие-то композиции, в другом более легкие и так далее. А, вот, как ты считаешь, интереснее домашнее в обычном колледже или техникуме? Я так имею в виду, речь идет о домашнем задании? Я не знаю, потому что колледж и техникум, они почти ничем не отличаются, только названиями. И, по-моему, я что-то читала, там один пункт какой-то у них, в общем, отличается, и все, так они совершенно одинаковые. А мое мнение таково, то что... Ну, в разных, соответственно, заведениях разные домашки. Кому-то в одном заведении понравятся домашки, кому-то не понравятся. Меня все устраивает, поэтому я не могу говорить за других. А это сложно или легко, что там примерно проходит, и изучают. Как я и говорила, опять же, таки ранее, если вы вообще не умеете рисовать, не умеете видеть какую-то композицию и так далее, вам будет, скорее всего, безумно сложно, потому что, ну, тут реально нужно иметь какой-то навык насмотренности, понимание, вот, этой красоты, скажем так, опять же таки у каждого это свое такое понимание, каждый видит, мыслит, как он видит, да, но какие-то базовые все равно вещи вы должны знать, понимать, то есть какие-то базовые вещи, в общем, то, что мы не красим, например, в живописи постановку, у нас нельзя использовать черный цвет и всякое такое, ну черный цвет только если при смешивании какого-то темного цвета, да, но черный прям такой черный ядрёный нельзя использовать. Я просто к вам говорю вам про то, что мне не сложно, просто это уходит много времени, а сами задачи, ну сами работы, которые мы делаем для меня, они вообще очень легкие. Так, какой проходной балл на бюджет? Вообще там, по-моему, аттестат должен быть просто хороший, от 3,5 баллов, по-моему, что-то такое, ну средний балл. Аттестат должен быть 3,5. Как тебе эта специальность? Тебе само нравится? Ну да, если бы она мне не нравилась, я бы уже, наверное, отчислилась, поэтому мне все нравится. Постоянно вижу, что вы делаете разные поделки, и правда все так интересно. И не самое интересное начинается на втором курсе, поэтому мне очень нравится, это реально очень интересно, но опять же таки, если вам это нравится. Я люблю делать всякие макетики, что-то вот такое вот рисовать, это реально очень прокачало мой навык, и сейчас это мне помогает в моей другой работе. В аниматорстве, да, там, когда анимации создаю, я как-то более хорошо вижу композицию, цвета там и так далее. Стоит ли поступать в университет на него или все-таки лучше пройти курсы? Для меня университет это... Почему же я вообще не пошла в 11 класс? Потому что я потеряла, что я понимала, точнее, что я теряю 2 года просто так. То есть, вы понимаете, я бы сейчас была в 11, у меня бы не было бы времени ни на YouTube, ни на что просто. И вот я вообще не жалею, что я ушла после 9 класса, потому что моя жизнь за эти 2 года, ну, чтобы я в школе провела, она так изменилась просто. Если год назад я была просто с 0 рублей в кармане, сейчас я как бы зарабатываю свои кровные денежки, так сказать. И... Я думаю, что если вы хотите идти в университет, если для вас высшее образование принципиально, то, конечно же, идите. Для меня это не принципиально, и мне хватает как бы вот этого. Я понимаю, что я бы могла не идти учиться в принципе образования, да, я могла бы пройти какой-то курс, например, или курсы, длительный курс, также 12 месяцев в год, отдать там за него, ну, 100 плюс-минус 1000 рублей, и это было бы просто выгоднее, как минимум, по времени, по расходам, и просто я бы больше узнала, я думаю, вот. Но я выбрала такой путь, поэтому я сворачивать с него не собираюсь, я не собираюсь отчисляться, уходить там, потому что, ну, это бред, я уже, блин, отучилась половину, смысл какой в этом вообще есть. И как я говорила, что вам принципиально? Если вам принципиально получить высшее образование, корочку эту,
пожалуйста, получайте. Если вам не принципиально, можете и курс пройти, в принципе. Можешь что-то сказать про дизайн интерьера, и у тебя другое направление. Ну, как я и говорила ранее, мне кажется, эта фраза очень часто проскальзывает в данном видео. У меня разнонаправленная специальность, то есть у меня есть и дизайн интерьера, и веб-дизайн, графический, ландшафт, и там вот это все в таком духе, да. И я пока что не знаю про дизайн интерьера, то есть я еще не обучалась ему именно в техникуме, но я знаю, что вот Sims, например, мне нравится обустраивать дома, поэтому как бы я довольна. Вот. Получаю ли я стипендию? Вообще я знаю, что у нас есть как бы вот эта система стипендий, но это нужно не пропускать занятия, там, в общем, участвовать в жизни техникума и все в таком духе. В общем, оценки хорошие, как бы мне это нафиг не надо, если честно. У меня и так хорошие оценки, но просто меня не интересует жизнь техникума, потому что я немного не в той направленности, да. Примерно какие задания вам там задают? Ну вот я показывала уже свои работы, в принципе, мы только это и делаем. Пока что мы только рисуем, делаем всякие макетики, вот. А потом мы уже, конечно, будем работать в иллюстраторе, там, ну, мы сейчас в нем начинаем работать, ну, пока что вот так вот, будем там упаковки всякие дизайнить, все в таком духе. Что я ответила на все ваши вопросы, я постаралась, во всяком случае. Надеюсь, что вам понравилось, обязательно пишите в комментарии, как вам это видео вообще, может быть, вы для себя что-то новое извлекли, и также можете еще в комментариях написать вопросы, на которые я не ответила, а я на них вам постараюсь ответить в комментариях, вот. Всем большое спасибо за просмотр, я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и всем пока, увидимся в следующем видео.